тянемся, тянемся. У нас болотное дело продолжается, да, еще два человека не осуждено, люди находятся в СИЗО, в колониях, и поэтому необходимо требовать их освобождения. И я рад, что в Москве возобновилась наконец стратегия 6, власти долгое время отказывались ее согласовывать. Также эта стратегия проходит и в других городах, например, в Екатеринбурге, в Саратове проходят согласованные акции. И также мы выступаем не только за узников 6 мая теперь, но и поднимаем вопросы освобождения других политзаключенных. Дадин уже убыл из ИК-7, хотя он собирался там оставаться. Это его, скажем так, он представлял это как свой гражданский долг оставаться с теми заключенными, которых продолжают пытать. И даже после того огромного резонанса, который вызвал случай с Дадином, там продолжили пытать людей. И я хочу сказать, вот мне, например, как сотруднику комитета за гражданские права, поступают письма, в том числе из ИК-7 сейчас начали поступать Карелии от обычных заключенных, что там и были всегда пытки, и они продолжаются.